которого одна из сторон ударит больше другой. Проведем биссектрису. Но после этого в этой вершине проведем параллельно. А здесь перпендикулярно. Доказать, что три точки лежат на одной прямой. Отрезок АБ в два раза короче отрезка АС. А Д это биссектриса. Кто биссектриса? А Д это биссектриса треугольника АБС, да? А Е перпендикулярно АД. Да, Е. Замечательно. А Б проведено параллельно СЕ. Да. Да, хорошо. И что? Осталось доказать, что точки Д, М, Е лежат на одной прямой. А, и вот это есть задача. Да. Д, М, Е на одной прямой. У треугольника АБС есть внешний угол. Смотрите, там же отмечено двумя дужками. А Д это биссектриса. Перпендикулярно биссектрисе идет биссектриса внешнего угла. 180 пополам это 90. Что вы не знаете? Я не знала об этом. Нет, ну хорошо, давайте я вам расскажу. До вашего сведения, что если взять прямую, если взять 90 градусов вот здесь и провести прямую, чтобы выполнялось такое условие, то вот здесь вот столь же замечательным образом будут равные углы. Потому что 180 пополам это 90.